Так, бери на ручки сразу, может быть. Может, в коробку? Есть проезд. Три. А где остальные? Да, мы из приюта. Так надо было сразу их. Что же за звери выкинули здесь? И почему только три? А было больше? До фотографии больше. Может, где-то здесь спрятали. А один где-то... Подожди, дай пока. Он прячется. Иди сюда, маленький. Жорко. Выползай, солнышко. Мы колесиками его... Иди сюда, на. Кого даете? Иди сюда, котик. Давай, доставай, доставай, лови скорей. Так, третий. Ну, кто еще? Давай еще, давай этих отнесем и поищем, а. Давай, потому что выползут. Подожди, ты, по-моему, поднимешь? Ну, конечно. Уверена? Это, надо, знаете, что там, пойти прятаться. Ой, поймали четвертого, ребята, слава богу. Четвертый спрятался далеко, был что-то он очень вяленький, очень вялый. Ну ладно, пойдем. Все, поймали четверых. Ребята, этой серии нам позвонили, вот на такую мусорку детей выбросили, как на свалку, ребят. Я не представляю, что творится с людьми, просто не представляю. Разве можно, а? Все, поехали, маленькие. Да. Мои красивые. Все, 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 все. Да, ребята, никому же не нужны животные. Нашим властям тем более. Артамонов сказал, вам нравится, вы спасайте, а мне приют не нужен. Все четыре девочки. Все-все четыре девочки. Им где-то месяца по два, не больше. Может быть, чуть-чуть. Да, где-то месяца по два. Да, ушастики? Ну все, ребята, мы приехали. Сейчас посадим. Ну, бери, помогай нести. Бери одного на ручки. Мама возьмет другого. И мы пойдем. Да? Бери, солнышко. Давай я одного возьму. А ты двоих сможешь? Пойдемте. Пойдем. Сможешь двух? Не-не, котик, пойдем со мной сюда. Пойдем, деточка. Так. Что, ребят, пока сюда у нас нет места. Сейчас будем думать, где детей разместить. Пока места нет. Ребята, и нет стройматериалов. И что делать? Четыре девочки, скажите. Оставить вот так умирать? Разве можно так, а? Ну мы же все люди. Ну почему люди не стерилизуют животных, а? Маленькая клетка. А вот, судя по всему, и они. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что тут у нас? Фига себе, они такие большие. Двоих уже забрали. Кто? Только сейчас, а ребята. Вот приезжали, ремонтировали, они забрали себе. Ну, что, сколько осталось? Осталось пять, да? Пять. Одного мы сейчас не поставим. Вот этого. Лохматая душа. Вот нас он один принял, да? Приди, не бойся. Надюш, вот это. Сажа? Да? Такого. Вот это. Да? Это девочка. Значит, нашего пацана забрали. Сажайся, хорошо. Ну и что? Или так повыше. Сейчас мы мальчика возьмем. Там дырка. Вот этот мальчик. Да ты кто? Да чего вы боитесь? Маленький мой. Зайчики. А
это мальчик. Девочка. Это тоже девочка. А тот мальчик? Да. Может, того возьмем? Мне вот этот нравится. Вот этот? Вон, девчонка. Ну что, Леня Ивановна. Эй! Улица по два, наверное. Лапы и хвосты. Они еще не очень взрослые, еще пищат здорово. Они сами уже кушают. Угу. Мы в деревню приехали и на мусорке нашла коробку в пятницу. Вытащить нет их. Девочки, в приюте нет корма. Мы с Лилей приехали в карусель и забрали последние 7 мешков. Нет в приюте корма для щенят. Для щенят корма нету.